Всем привет! Это Одесса. Сегодня у нас суббота, 19 ноября 2016 года. 4 дня назад у нас выпал снег и было очень холодно, но вчера потеплело. Сегодня тоже тепло, но не так. Я нахожусь на пляже Ланжерон. Здесь, если честно, очень ветрено. Сегодня на море, как вы можете видеть, волны. Море неспокойное. Возле поручни сейчас стоять на самом деле опасно, так как вы видите мокрые доски рядом. До такой степени вот сейчас периодически волны аж сюда бьют. Тут они рискуют и фотографируются издалека. Хотя брызги и сюда тоже достают. По-моему, шторм усиливается. Ой-ой-ой-ой-ой, аж на меня. С моря выкидывают даже камни. Вместе с волной.
честно говоря, немного и страшно. Я подошла довольно близко, надеюсь, меня не накроет волной. Чайки прямо у меня над головой. Довольно много людей. Что мне пора идти домой.